Всем привет, друзья мои! С вами мы, Светлана и Эндер. Как у вас дела? Как настроение? Сегодня мы будем сидеть дома, хотели пойти на улицу и, к сожалению, покажу сейчас вам. У нас очень плохая погода. Кто-то из вас мне написал, что я пользуюсь фильтрами. Откуда вы догадались? Да, хорошая погода, но ветрено. Мой ашкым, все цветочки. Спустил вниз, потому что испугался. Где мы? Короче, я решила пользоваться стабилизатором, а он куда-то уходит от меня. Как классно уходит куда-то стабилизатор, друзья мои. Ну, научусь же, правильно, со временем. Когда бегаю, когда прыгаю, ужасные фотографии получаются. И решили со Шкымом, что нужно пользоваться стабилизатором. Вышла я на балкон. Друзья мои, что происходит в Турции? Зима вернулась. Только вроде бы мы думали, что лето наступит скоро. Вы видите, какой ветер? Мерсин, Турция, погода, что происходит? А в Измире, я слышала, вчера вообще был снег пошел какой-то момент. И холодно, я стою в свитере, мне холодно. Так, что здесь за новости? Видите, постепенно я начинаю уже осваивать свой стабилизатор. Буду снимать вам только отсюда во красоту. Да, а так классно, действительно. А посмотрите, у меня еще мои гвоздички. Гвоздички расцвели. Вот, посмотрите. Вы видите? Супер! Скоро вы не оторветесь от моих видео. Обалдеть. Ну что, посмотрим, что там дальше. Не знаю, выйти нам на улицу, нет, но я здесь замерзла. В парке, видите, в парке начинают уже работы. Сейчас я вам покажу поближе. Сейчас, мои хорошие, смотрите, видите, во. Насколько могла, подвес подвела. Отлично. Светлана профессионал будет. Нету такого, чтобы чему бы я не научилась. Так, ну что, пошла я на ту сторону, а то я замерзла здесь. Очень замерзла. Ко мне пришла настоящая лень. Посмотрите, какой у меня бардак на столе. Пыль надо вытереть. Не всегда же у всех настроение правильно убирать. Что есть, не обессудьте. Показываю все. Моя палетка такая. Вот сейчас вот Светлана накрасит глаза. И настроение сразу прибавится. Цвета такие красивые, революции. Джанли? Ашким, сыны я пьер, сыныш. Покарми, сыныш. Ашким, хады, кизиджес. А? Кирчектон? Аматюрсу на Рузгар. Там мы пойдем посмотрим, что там. Может, выйдем, правда. Ну, а вот и я. Едем. Ой, забыла нажать. Наверное, я не выходила из дома. Может быть, неделя. Да, ветерок, а я шапку не взяла. Где мой ашкы? Так, будем искать ашкы. Какой ветер, друзья мои!
погулять, потому что с ума можно сойти. Ашки, блин, кач заман и в деутурьору. Запах. Обалденный запах. Смотрите, красота. Красота какая. Это детка Турция. Дайки зарубую. Ой, как пахнет. Джами, посмотрите, какой в джами у нас. О, покажу вам, кстати, что-то интересное. Смотрите, вот такой в джами, при джами у нас парк. Вот там сейчас ноги моет человек. Красота какая. И лимон ажи. Бах зерни бутан лимон ажи. Лимон бельяшки. Бак. Лимончик. Красота. Спрашивают некоторые, как ты привыкла вот к казану, на тебя как-то действует. Мне так классно, когда я слышу его. Но я настолько привыкла, что мне что-то не хватает. А здесь детский сад именно приводят, обучают их Корану с детства. Ашкем все мечтал, чтобы я познакомилась и изучила технику. Фурын, духовку я изучила, уже ему нормально готовлю. Теперь стабилизатор изучила. Нашла цветочки. Спускаются красавушки. Ой. А здесь курочки. Видите, лимоны, посмотрите, не срывают люди. Они не понимают ценности таких. Серьезно вам говорю. Такие лимоны и не срывают. Ну что тебе поделать? Ну, это беседка здесь, я смотрю. Посмотрите, здесь фитнес-клуб закрыто. Закрыто возле нас. Мы решили со Шкем обернуться. Очень дует. Вот вилы так выглядят. Вернулись другой дорогой. Она Алашкин. Ты меня держи, а то у меня машина собьет. Я моим друзьям показываю, это здесь танту не делают. Схватила его за руку. Юзбиры на каждом углу. Что там сегодня в Юзбире? А? Вот эти стулья хорошие.
Кішкін бірше лязім без вейю збіри. Вот наш парк. Не на шутку. Так, холодно, прохладно. Ветер дует. Мой Ашкем не хочет идти ни в парк, ни куда. Чё костер? Так красиво травка зеленеет, солнышко блестит. Ласточки летают. Сейчас вернусь домой, буду писать вам статью. Ашкин, будар да чё гюзель? Як рузгар бурда? Ещё миёр. Насыл дымек лязем? Ещё миёр. Герчек там супер бурада. Посмотрите. Покажу. Красивые очень деревья. Эфендим, мадам. Красиво, правда? Видите, специально мусор для мусора здесь. Ага. Bunu evde yapmış bir tanesi. Hiç sanatla alakası yok. Tekrar ben de yapsam sami öyle yapalım. Öyle. Ekmek yapan bayanlar bu. Ой, ты ля пуля. Ля пуля разговаривает. Разговаривает по телефону, девочка. Бабам-бабам. Здесь классно, нет ветра. Пашка, как добираться вот урожай? Я-то так устала. Вот наш парк, который я вам показываю каждый день. Каждый постоянно в моих видео. Сен хатерлерсен бурада безим торун гельды. Мари, не ты когда наши внуки приехали, их не остановить было. Так я не колеси у меня, боже мой, мои внучечки, тоже температура, мама заболела. Ничего, все будет хорошо. Ой, Света, держись. Я уверена, что скоро эта тыква превратится в Мерседес. С платформой ПИКОЭС. Приезжайте в Мексику, в Турцию.